Итак, друзья, привет. Знаете, что я в Ниву установил снижение в раздатку. То есть раздатка донор у меня. Установил 4-сателлитный дифференциал от производителя ВТ и занижение 3.07. Сделали мы обвинцовку, поставил хорошие подшипники. То есть видео можете посмотреть, оно уже вышло, как мы раздатку полностью собирали. Сегодняшний выезд у нас в плане какой? Мы собрали много машин, Нивы в основном будут у нас посмотреть. Есть 5-дверки, есть 3-дверки, есть Chevy Нивы. Стоит ли устанавливать раздатку, стоит ли тратить деньги на занижение? Потому что это, я вам скажу, недешево. Во-первых, и подшипники, только на 7 тысяч подшипников я купил. Все это очень-очень недешево. Лайфхак! Да, от Алексея. Того, что в сапогах, сапоги у меня стоят в багажнике, но неудобно. Первый раз пробую. Я поверьте, он станет скачным наркоманом. Это, как я. Я как понимаю, это правильно, да? Да. Ниже только, чтобы с ботинка не слетело, и вот так. И шнурки не будут развязываться заодно. Вот так достаточно? Вот так. Да, и вот здесь вот еще вот. Еще ниже, здесь. Да. Вот так, да? Да, да. Вот так, то есть, да? Да. Все, катись. 2 литра Nissan Тирана, механика. Без газа, газ не трогаешь. Катись. Руль прямо. А, ну ты тебе объехать надо. Все, встал, да? И заглохло? Заглохло. Ну все, выезжай пока. Смотри, все катится. Просто хочется понять, за что я заплатил деньги. Поймите. Мне просто интересно. Все, встало. Также первая пониженная. Не трогаем газ и посмотрим, докуда она едет. Поехали. Вот на данный момент сейчас у нас Chevrolet Диму проехал. Вот этот Chevrolet сейчас едет. Посмотреть. Все-таки интересно. Одна и та же дорога у нас, ничего нового нету. В принципе, Дима доехал, вот сейчас на подъем поднимается и встал Дима. Вот здесь вот он встал. Одинаково, ребята, одинаково, вообще одинаково. Так, коротыш у нас. Все. В принципе, что Chevrolet, что коротыш, у нас доехал до одного и того же места. Непонятно, как он выехал-то. Или газ тронул, не знаю. У тебя сколько? 1.8 движок примерно? Катись. Да газ не трогай. Налево. Не трогай газ. Двигатель 1.8. Ну вот, сейчас по-честному. И шевики, только синие почему-то заехало, непонятно. Все, газ давай, не трогай. Вообще не трогай газ. Так. Все понятно. Все. Газ не трогай. Непонятно, да? Тоже заехал. Интересно. Автомат. Но на автомате вообще по-другому должно ехать. Но все равно интересно, как без помощи водителя, крутящий момент, как все это будет ехать. Потихонечку ползет. Так, и сейчас вот самое интересное. Начинает подъемчик. Все. Все, выезжай. Не на... Ой, все, давай назад. Полный привод, вариатор. Нет, просто автомат. А, автомат. Все, да? Да. Без газа дальше мы не едем. Все, выезжай назад. Старайся потихоньку.
паркетник. Все. Газ не трогай, налево, налево. Ага. Газ не трогай. Обычно здесь все встают. Не трогай, не трогай. О, прям вот один в один. Только почему-то тут, знаешь, некоторые заезжают и разворачиваются. Вот, ну за ногами я же не могу следить у всех. Газ не трогай. Ну все, давай, иди назад. Молодец. Сейчас левее. Вот прифронтера. Какой у тебя там объем движка сейчас? 2,4. Не трогай, газ не трогай. Вот. Давай, давай, давай. Молодец. Выезжает, вижу. Обе фронтера зачет, да. Итак, у нас карбюратор. Первая пониженная. Газ мы не трогаем. Карбюратор вообще интересный. Ну и цвет такой, не слышь, прикольный. Перламутровый какой-то. Да, цвет уже не сок, цвет перекрашенный. Все, да? Ну, все-таки инжектор поинтереснее качает, да? Да. Все, это не... Ну все, разворачивайся и... На пониженной? Все, налево, налево. Газ не трогаем. Не трогай газ, не трогай. Вот так вот. У тебя, то есть, все в стоке, да? Раздатка. Ну да, как бы не хватило. Ну все, выйдем. Итак, едем после всех занижения от АВТ 307. Стоило ли? Стоило ли, ребята? Сейчас все покажет. Стоило ли? Столько затрат, бля. Очень дорого, очень дорого. Не дешевое удовольствие. Но, как показывает на данный момент, что... Ну что, едет, я этому доволен. То есть, хватает прокрутить медленно колеса, спокойно. Я доволен, ребят. Специально посадил другого человека, который объективно, так сказать, субъективно есть, подойдет, да? Есть. То, что не будешь трогать газ. Есть. Я сам увидел, что да, прям она спокойненько зашла. То есть это все не зря все-таки делается, да? Да, тут уже не обманешь, тут как бы наоборот уже. Да? Газ отпускаешь полностью, что ли? Слушай, ну осталось, Артем, чуть-чуть, Артем, чуть-чуть осталось добить, а дальше не будет переметов, дальше на скорости пойдем. Ты представляешь, трос забыл? Трос забыл. Все, шеф, все пропало. Все, давай бензин неси. Динамит, у меня полный бак. Ну как так, Леха? Ну ты чё? Леха, ну как? Леха, ну как так? Так, ну ты чё? Ёлы-пал, это же Opel Frontera, Леха! Слышь, я-то стал с ним братом хотел быть, братом, понимаешь? Снимай, а вот чё, сейчас сниму, нахер, всё, сейчас положить, блядь. Сволочи! Не, а снег плотный, ты видишь какой? Ну да, смотри здесь.
Или надо было левее, ну а ее как левее пустишь? Ну, смотайте, ну да, внизу лед. Ну все, в принципе это нормально сейчас. Так, здесь пошел. Давай. Кто первый едет? Видан, я за ним, потом Федор. Да? Чтобы еще там дергайтесь еще, потом все остальные. Садись, Айда! Втроем. Мне кажется, что-то как-то все здесь неправильно. Ну, хотя, если потихонечку. Я не знаю, ребята, впереди переметы. Лобовое стекло, все, мы уже не едем. Какие варианты, тоже не знаю. Да уж. Не забудьте подписаться на Яндекс.Дзен. Там тоже мой канал, куда переходить. Яндекс.Дзен. Ну что, решено здесь не ехать, решено по полю попробовать. Какие ставки у вас, ребят, я не знаю. Попробуй, чтобы она не провалилась. Там впереди след есть, переезжай, если получится. Олег, вот где дорога-то идет, я что-то не пойму. На дороге нету, прямо езжай просто. Прям. Первую пониже, ну давай. Да она не перелезет. А ну-ка попробуй. Мед хороший. Давай, поехали. Резину вроде стравили. Ага. Провалилось, все. Да. Не помогло, да? Виталий, комментируй. Давай, поехали. Тут комментировать нечего. Руль. Это, ты на второй же пониженный шел, да? Второй шел, да. Давай, первый пониженный, нам вон туда куда-то ехать надо. Вон. Как след идет, будем пробовать. Нет, это снегохода. Давай, потихоньку, пробуй. Назад попробуй. Ага, во. Все, давай, поехали. Нет. Руль прямо поставь. Ага, во, давай назад. Вот сейчас вот занижение, видите, двигателю несложно. Давай. Да, левая сторона, конечно, ой, тонет.
А так бы на снег ее поставить. Давай, назад, назад, назад. Давай еще. Сейчас встанет. Давай. Все, назад? Да, 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 поехали. Давай, давай, давай. Катался, в чем разница есть? Вот чувствуется занижение или нет? Конечно, чувствуется. Но объясни, вот, чтобы понять как, людям. Как понять людям? Ей газовать не надо, она сама себе топчется потихоньку и едет. То есть меньше оборотов? Да, меньше оборотов, она не так проваливается. И едет, да? Лицо провернулось, проваливалось, а это она топчет. Да, и я просто до этого тоже катался на стандартном занижении. Она постоянно глохла, потому что ей не хватало. Ну, во-первых, сейчас и грязевая резина стоит, и она гребет. А сейчас смотрю, ну, как бы поувереннее ползет, да? Конечно, поувереннее. То есть не зря я вот эту тему поставил? Да, конечно, не зря. Да? Ну, как утром приехал, первый раз поехал. Да. Видно было, как она ехала. Угу. Вот, говорю, правая сторона у нас нормально стоит, а левая вот утонула, и мы никак не можем заскочить. Если бы, может, сейчас... Вот, да что ты опять? Если бы ее поставить, может быть, она бы и покатилась. Сейчас поставим? Да, и поэкспериментировать хочется, конечно. Давай, сломаешь ему чехол? Вот моя нога. Сколько здесь корка? Интересно. Ну вот такая корочка примерно вот, которую нам надо ломать. Стравились где-то 0,5 вот здесь сейчас. Вот. Но она сама ползет потихоньку. Мне прям нравится. Это Алфедана лебедка. Зацепился за Опель. И Опель тащит, смотри. Давай потихонечку. Эй! Та же самая участь. Проваливается. Вроде корка 10 сантиметров, представляешь? А все равно. Да, интересно. Она ехала. Ну, или ехал любой автомобиль, да? Вот казалось-то, знаете, 3 года назад я машину купил, думал, Нива, туда-сюда, потом раз там в диагональ стал, блин, одно колесо крутится, думаю, как так, давай изучать. Узнал, что такое межосевой, да, дифференциал, там два колеса крутится. Думаю, надо блокировку ставить, блокировку поставил одну, самоблок, потом переднему самоблок поставил, вот. Ну, как говорится, все... Два самоблока поставил. Думаю, надо усиленный, наверное, полуося поставить. Че, благо, спасибо производителям АВТ. Полуосью усиленный, задний мост поставил. Потом думаю, надо, наверное, в раздатку самоблок поставить. Занялся раздаткой, поставил туда самоблок, подшипники. Блин, опять не едет, да? Не хватает. Думаю, ну что, самоблоки есть, все у меня есть. Наверное, надо резину злую. Вот резина. То сейчас у меня и резина есть, и самоблоки стоят, да? Думаю, ну все, надо, наверное, теперь занижение поставить. Поставил занижение. Где я? Вон, надо оно вам? Или не надо? Это, знаете, решайте сами. Как говорится. Но все-таки все равно хочется попробовать. Никогда никому не верю. Вот. Вот, ребята, дорогу решили там попробовать. Как говорится, никому не верю, все пробую на себе, да? Если вы слушаете чужие советы, то вот смотрите и думайте, надо она вам или не надо. Вот такой вам совет.
Нет, ну я ожидал от тебя больше, друг. Я думал, ну хотя бы вон до тут доедешь. Да. Это тебе не скотч мотай, дружище. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Установил самоблок. Ну, в сборе купил редуктор с самоблоком. Заказал за 20 тысяч тоже от АВТ. Вот тоже экспериментировать. Отлично, отлично, отлично. Давай, давай, давай. Заглохло, круть. Все, сейчас. А? Да, вот это снега. Сейчас на пороге. Давай на пороге садись. Давай. Все. Спасли не вас. Отлично.